сегодняшнего дня старый мост закрыт для проезда. Правда, лишь автомобили, чей вес превышает 5 тонн. Ограничения ввели по решению Комитета по дорожному хозяйству Барнаула с целью сохранности коммунального сооружения и безопасного проезда по нему. Когда ограничения будут сняты, неизвестно, зато точно известно, что автобусы могут продолжать беспрепятственное движение по старому мосту. Продолжим тему дорожную. Бийский рабочий сообщает, что создатель одного из известных барнаульских интернет-пабликов проехал по дорогам Наукограда. Скажем так, по гостевому маршруту. И этого ему хватило, чтобы ужаснуться и передать привет мэру города Александру Студеникину. В комментариях к новости пишут журналисты, не все поддержали мнение автора. Некоторые писали, что и в Барнауле хороши исключительно центральные магистрали. А чуть съехал с Ленинского, и началось то же самое. А теперь о жаре, долгожданной, но от этого не менее изнуряющей. Спастись от нее можно разными способами, а можно и таким, о котором сообщают аргументы и факты Алтай. Жители Барнаула сняли видео, где двое мальчишек купаются в луже. Действие происходит на улице Сиреневой. Один из детей просто побродил по луже, другой прямо занырнул туда и пытался плавать. Многие горожане ностальгируют по своему советскому детству и даже завидуют мальчишкам. Татьяна Голубева, наши новости.